Землетрясение, произошедшее ночью 5 февраля в 23:31 в Смоленском районе силой приблизительно 6 баллов, привело к ряду последствий в Шамахе. Согласно предварительным данным, в результате землетрясения в селах были разрушены 14 домов, а в городе 17. В скорую помощь поступило 30 обращений, 3 человека были доставлены в отделение травматологии. Одному человеку был поставлен диагноз перелом руки, а двум ушиб ног. Другие вызовы были связаны с повышением артериального давления, вызванного пережитым стрессом. Им была оказана медицинская помощь. В настоящее время министр по чрезвычайным ситуациям Кемаль Атенгейдаров и руководство района проводят осмотр поврежденных домов территории. Севдаджафарова, Гумбат Мамедов, Азартач, Шамаха.